По всей Европе объявлен трехдневный траур в память о погибших в авиакатастрофе. К импровизированным мемориалам, организованным в различных европейских городах, люди несут цветы и свечи. В церквях проходят поминальные службы. На борту находились 144 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли. Списки тех, кто летел рейсом Барселона-Дюссельдорф, уточняются. По предварительным данным, белорусов в самолете не было. Тем временем специалисты сегодня приступят к расшифровке данных бортового самописца разбившегося аэробуса. Записи переговоров пилотов, возможно, помогут выяснить причины произошедшего. Также изъяты данные ближайшего диспетчерского пункта, куда поступали электронные сигналы о движении лайнера. Рассматривается несколько версий, в том числе разгерметизация салона и технический сбой. С рассветом спасатели вновь приступили к работе на месте трагедии. К операции привлечено более 600 человек, 15 вертолетов и 2 самолета.